Привет всем, я Уильям Амзалак. Добро пожаловать в одиннадцатый эпизод Longevity TV. Instantly Ageless. Это волшебство? Да. Для миллионов из нас — это волшебство. Но в его основе стоит научный подход. Давайте поговорим о морщинах. Вы знаете, слоны не переживают по поводу сотен тысяч морщин на их коже. Но для людей все совсем иначе. Одна единственная морщинка способна повергнуть некоторых людей в панику. Вам известно, почему морщины становятся заметны? Особенно те, которые называют мимическими. Если посмотреть на кожу под микроскопом, то что мы увидим? Кожа состоит из двух слоев. Верхний слой ⁇ эпидермис. По большей части это омертвевшие клетки кожи, которые защищают тело от внешнего воздействия. Следующий слой ⁇ это дерма, которая содержит белок, именуемый коллагеном, а также волокна, которые делают кожу эластичной. Морщины формируются в обоих слоях, в эпидермисе и дерме, и их появление зависит от того, где именно они сформировались. С возрастом ваш эпидермис теряет способность удерживать влагу, и это приводит к появлению морщин на коже. В более глубоких слоях кожи происходит разрушение коллагена и эластина, что ослабляет структуру кожи. В то же время жир уходит из глубоких слоев, и это ведет к ее обвисанию. Все вместе эти процессы приводят к образованию глубоких морщин, таких как межбровные борозды. В 1983 году доктор Алан Скотт, офтальмолог из Сан-Франциско, занимался поиском лекарства от косоглазия, и он его нашел. Но также обнаружилось, что у его волшебных инъекций имеется неожиданный положительный эффект морщины исчезали с лиц его пациентов. Препарат, который изобрел доктор Скотт, назывался ботулотоксин, что в настоящее время является химическим названием одной хорошо известной торговой марки. Возможно, вы удивитесь, узнав, что ботулотоксин — производится из чистого, наиболее безопасного нейротоксина, который является возбудителем заболевания под названием батулизм. Батулизм — это форма пищевого отравления, вызванная продуктами, содержащими нейротоксин, производимый бактерией Clostridium botulinium. В итоге ботулотоксин стал доступным и позволил людям воздействовать на свои лица, не прибегая к операционному вмешательству. С того момента, как FDA одобрили его косметическое применение, ботулотоксин стал номером один среди медицинских процедур в США. С его использованием ежегодно проходит около 6 миллионов процедур. Некоторые даже устраивают ботексные вечеринки, где женщины и мужчины, да, и мужчины тоже, собираются вместе на совместные коктейли и инъекции. К сожалению, некоторые пациенты, и врачи злоупотребляют ботулотоксином. И это тот случай, когда больше становится уже слишком. В результате мы получаем эффект, называемый застывшее лицо, когда лицо пациента теряет способность выражать эмоции. Итак, что же происходит при инъекции ботулотоксина? К примеру, в межбровной зоне. На какое-то время мышцы перестают сокращаться. Они парализуются. Так что морщины в этой зоне, так называемые морщины гнева, временно исчезают. Но в чем различие ботулотоксина и Instantly Ageless? Основным компонентом Instantly Ageless является аргирелин. Аргирелин ⁇ это торговая марка особого пептида. Кстати, пептиды являются частью белка. Ботулотоксин и в особенности ботулотоксин А также во многом идентичен пептиду. Оба пептида снижают частоту мышечных сокращений, но в то время как ботулотоксин разрушает нейротрансмиттер под названием ацетихлолин который подает сигналы от нерва к мышце. Аргирелин предотвращает действие данного нейротрансмиттера. И в этом и заключается вся разница. Потому что с ботулотоксином мышца парализуется, а с аргирелином мышца расслабляется. Именно поэтому Аргирелин и Instantly Ageless будет уменьшать образование морщин, сокращать количество, глубину и длину уже имеющихся линий и мимических морщин и выравнивать поверхность кожи. Аргирелин также влияет на воспроизведение эластина и коллагена, которые, в свою очередь, уменьшают тонкие линии и морщины. Вместе с тем, потеря кожи коллагена и эластина является процессом старения. Но с аргирелином уровень потери коллагена снижается, благодаря чему кожа выглядит молодой и здоровой в течение длительного периода времени. Испытания показали, что аргирелин является безопасным и эффективным средством в борьбе с морщинами. Международный журнал науки в индустрии косметических разработок в ноябре 2002 года опубликовал данные исследования, в котором участницы использовали продукт с содержанием 10% аргирелина на протяжении 30 дней они обнаружили сокращение морщин на 30%. Национальный институт здравоохранения в Испании также опубликовал исследования по уходу за кожей с аналогичными результатами. Университет Мигеля Эрнандеса опубликовал доклад с результатами от использования аргирелина на коже. В докладе содержится вывод, что данный гексапептид является биологически безопасной альтернативой ботулинистического токсина в косметике. Теперь вернемся к Instantly Ageless. Почему мгновенный? Мгновенный, означает немедленный. Насколько немедленно? Instantly Ageless представлен в виде микрокрема, который немедленно впитывается в кожу. И результат становится заметен уже через минуту. В состав Instantly Ageless также входят другие ингредиенты, такие как силикат натрия и силикат магния. Комбинация двух различных силикатов оказывает мощный лифтинговый эффект на кожу. Они подтягивают кожу и сужают поры, и морщины становятся меньше. Как это использовать? Это просто. Похлопывающими движениями нанесите тонким слоем на необходимые зоны. Оставьте его на коже на 2-3 минуты и постарайтесь избегать движений до полного высыхания. Instantly Ageless следует наносить на очищенную кожу под или поверх макияжа. Обычно одной порции хватает на 2-3 дня в зависимости от индивидуального использования. Используйте продукт согласно инструкции и избегайте контакта с глазами. При попадании в глаза промойте водой. В случае возникновения покраснений или раздражения прекратите использование. И если у вас случилась аллергия на косметику, проконсультируйтесь со своим врачом. Instantly Ageless уникальный. Instantly Ageless волшебный. Но Instantly Ageless основан на клинических исследованиях. Меня зовут Уильям Амзалак. Увидимся в нашем следующем эпизоде. Jeunesse,